Друзья, всем привет! Все мы знаем, что в компрессионные изделия одевать очень сложно. Тем более сложно их надевать, как там, второй, третий класс компрессии. Тяжело его одевать пациентам с проблемами с позвоночником, с суставами, пожилым пациентам, у которых нет возможности помощи. Поэтому для удобства надевания имеется такое вот приспособление, называется батлер. Вот, я сейчас продемонстрирую, как легко с помощью него надеть компрессионные изделия. В нашем случае это гольф. Берем гольфик и натягиваем на устройство вот таким образом, чтобы пяточка у нас была вот здесь, сзади. Далее мы берем ногу, вот здесь удобные ручки, не надо сильно нагибаться, то есть этим-то и хорошо устройство, что оно хорошо подойдет к пациентам, у которых есть проблемы с позвоночником, которые не могут сильно, скажем так, ограничено движение. Мы берем батлер и вот такими простыми движениями мы просовываем стопу. Видели, что у нас все, стопа полностью просована. И за ручки мы натягиваем компрессионные изделия. И вот таким вот легким образом у нас оделся компрессионный гольф. Дальше мы уже с помощью его откорректируем. Все, то есть вот таким легким образом, легкими движениями мы надели компрессионный трикотаж. Как же его снимать? Снимать, в принципе, его так же легко. Есть вот такая вот, такое приспособление. Мы его берем вот таким образом и натягиваем это изделие на специальное приспособление. Да, сделать это тоже легко, в принципе. Мы это сделали. Дальше мы берем это изделие и вот таким вот движением мы снимаем. Бывает такое. Вот берем тоже батлер и вот таким образом компрессионное изделие у нас, где у нас фиксация этого изделия, берем тоже батлер и можем спокойно вот таким легким образом мы снимаем компрессионное изделие с помощью того же устройства. Так что компрессионное изделие, в принципе, не такое уж плохое, скажем так, изобретение, не так уж трудно его одевать и носить, поэтому при помощи специальных устройств мы спокойным образом можем, так как легко одеть трикотаж, так же легко и снять.